Добрый вечер, дорогие друзья. Вы на канале питомника Марии Мистик. Сегодня 17 ноября 2023 года. Вот только-только минут 15 назад я снимала видео о том, что плюша у нас уже нереально огромного размера и до сих пор не рожает. Пока загружала видео, постоянно наблюдаю за плюшей уже несколько дней. Она все не рожала и не рожала. И вдруг смотрю, у нее рядом с плюшей лежат рожденные свинки, а плюша сидит вот так вот мордочкой в угол и продолжает рожать. Но, ребята, вот я открыла два пакетика, подбежала скорее снять с них пакетик. Свинки были мертвенькие. Не знаю почему, худенькие, мертвенькие. Сейчас у нее идет третий ребенок в пакетике. Вот. Сейчас я буду пробовать сама снимать пакет, помогать ей принимать роды. Чем закончится, расскажу чуть позже. Последы не поняла я, где они у нее от этих двух поросят были, куда делись или не были. Животик большой. Слава богу, что разродилась. Я уже просто переживала за то, что огромный-преогромный животик, и она при этом как бы не начинает рожать. Так, ребята, я буду пытаться помогать плюше рожать, снимать пакетик, проверять ребенка. Чем закончится, расскажу чуть позже.